Смотрите в новом выпуске программы «Персона» о якутских дорогах и рабочих, которые их создают. У нас по Дальнему Востоку мы одни из передовиков в этом направлении. Что такое автозимник? Как возводят дорогу из снега и льда? Укладывают в колейности, выравнивают при помощи снега различные провалы. Вот это вот и называется пробиться к другому месту, к пикету, который назначен. Сколько стоит километр дороги, идущий сквозь тайгу, и много ли тратят на это алмазодобытчики? Об этом расскажет персона, знающая толк в строительстве трасс, руководитель Мирнинского управления автодорог Александр Кондратьев. Александр Андреевич, ну правильно ли я понял, что этот бангар совсем скоро опустеет? Да, конечно. Вся техника разойдется по зимникам, каждый в своем направлении. В связи с этим вопрос, а что такое сегодня автозимник? Есть какое-то юридическое название у этой дороги, нормативы, документы? С нормативной базой, конечно, все очень сложно. Если говорить о том, что такое автозимник, само понятие автозимник, это временная сезонная дорога, которая бывает либо грунтовая, либо ледовой. Угу. И МУАД, получается, сооружает эти самые автозимники? Да, мы работаем на федеральных, республиканских и ведомственных автозимниках. Угу. Ну вот если говорить о летних дорогах, то слышал, что там есть нормативы. Нормативно ли как-то, есть ли какая-то нормативная база у автозимника? Есть единственный норматив, которым пользуются сейчас, и он до сих пор используется при расчетах, при формировании. Это ВСН 137-89-89 года. Сейчас на данный момент Росавтодор разрабатывает нормативную базу, готовит нормативные расценки на то, чтобы вообще сделать там цикличность, разработать какие-то нормативы по материалам, потреблению, расход материалов, качество работы, то все, что необходимо для того, чтобы нормально содержать. Автозимники делятся на несколько категорий. Есть первая, вторая, третья. Категорийность зависит от грузооборота, от ширины его, ну, от геометрических параметров. Все автозимники, которые мы содержим, они являются третьей категорией. С грузооборотом 50 тысяч тонн в год. В 1989 году не было таких вот огромных 100-тонных машин. Как здесь сами что-то додумываете или где-то институты какие-то помогают? Опыт работы говорит сам за себя. То есть получается, у нас сейчас технология выработана следующим образом. Она разделена на этапность. Существует три этапа строительства автозимников. Первый этап – это трассировка и работа так называемой легкой колонны, когда легкая колонна при помощи болотоходной техники, спецтехники, которая может проходить болота, озера в непромороженном виде, она делает трассировку, сбрасывает снег для того, чтобы грунтовый зимник промораживался и для того, чтобы был выход воды, максимально эффективно проморозка происходила земляного полотна. То же самое проходит и на ледовых автозимниках. Сбрасывает при формировании первого льда определенной толщины при определенной грунтовой за подъемности техники сбрасывается снег для того, чтобы естественный лед как можно больше и быстрее промерзал. Угу. Второй этап строительства – это работа тяжелой техники. Тяжелые колонны механизированные выходят для того, чтобы все неровности, все провалы, колейность, которая образуется за несанкционированное движение транспорта в летний-весенний период, все эти вещи, размывы при выпадании осадков в летний период, все эти вещи профилируются, выравниваются, и получается тот вид, который мы будем иметь в дальнейшем
при эксплуатации. Также во втором этапе делаются, намораживаются ледовые переправы. Крупные переходы через реки, мелкие переходы через реки, делаются переезды. То есть все, что максимально можно сделать для того, чтобы улучшить технико-эксплуатационное состояние данных автозимников. Ну и третий этап. Третий этап – это то, что у нас происходит работа по содержанию автозимника, завоз подсыпочного материала на подъемы, обустройство автозимника для нормальной эксплуатации, это установка направляющих устройств, дорожных знаков, для того, чтобы пользователи видели, куда ехать и на каком километре они находятся. Да. Вот в терминологии у дорожников такой термин «пробивка зимника». Это от чего? От тяжести работы или от схожести работы? Это, скорее всего, наверное, от схожести работ, потому что на самом деле название официальное устройство либо строительство, потому что это происходит работа каждый год. Заново ежегодно устраивается при помощи либо работы бульдозеров, либо работы колесной техники. Они занимаются тем, что укладывают в колейность, выравнивают при помощи снега различные провалы. Вот это вот и называется пробиться к другому месту, к пикету, который назначен. Как я понял, получается, что зимник готовится еще по грязи, то есть по незамерзшей земле. В этом плане от чего зависят сроки открытия зимника? Сроки открытия зимника зависят всегда от температуры наружного воздуха. При наступлении отрицательных температур среднесуточных ниже 10-15 градусов у нас уже начинают работать легкие колонны. Для того, чтобы максимально сбросить снег, максимально получить результат промерзания естественного земляного полотна. В этом плане как финансируется обустройство этих дорог? У нас получается не 2, а 3 тысячи. Даже 3 тысячи, да? 3 тысячи километров дорог. Мы источники финансирования данных автозимников – это федеральный бюджет, республиканский и бюджет акционерной компании. Если говорить о федеральном бюджете, это финансирование автозимника так называемого «Вилюй». Это автозимник Тасюрях-Верхнемарково. Республиканский бюджет выделяет средства на финансирование автозимника «Удачный Оленёк-Урюн-Хая» протяженность 1030 километров. Ведомственные автозимники, основной, конечно, удар у нас это направление 487 километр автодороги Анабар, Накын, Нюрба, где завоз осуществляется топливо, товаров материальной ценности на Накынскую площадку. В этом плане, насколько масштабная, скажем, сеть, наверное, поскольку все-таки Якутия край малонаселенный, как вы ходите из положения, какие-то специальные участки вас обустроили? У нас на каждом автозимнике существуют пикеты. Пикеты и автопункты – это специализированные места для заправки и отдыха водителей акционерной компании. Пикеты у нас есть на автозимнике Тасюрях-Верхнемарково, находится в городе Усть-Кут. Автопункт находится в городе Усть-Кут. 5 пикетов расположены на автозимнике «Вилюй», и один пикет расположен, пикет Батобинский, на автозимнике 487 километр, поселок Накын. Также на этом автозимнике в середине маршрута движения на Накынском поле находится автопункт в районе поселка Накын. Вот этими пикетами могут пользоваться только водители «Алрос» или все, кто желает? Данными пикетами пользуется только акционерная компания. Это ведомственные здания и сооружения временного типа. Ими пользуется только компания. Но мы выходили, так как автозимник федерального значения, на ФКУ Пордор-Вилюй, чтобы они компенсировали затраты на содержание данных объектов. Потому что получается так, что данные объекты используются не только для проезда транспортников, движущихся автомобилей, а то еще используются при строительстве этого автозимника. То есть получается у нас так, что временные здания и сооружения на период работы временной сезонной дороги нас не входят в расценку
по содержанию автозимника «Вилюй». Поэтому мы работаем с «Автодором» на эту тему. Так как нет нормативной базы, и она сейчас разрабатывается, она будет готова только к 2018 году, к сожалению, нам никто не компенсирует эти затраты. Затраты большие, потому что мы сейчас проводим большую работу по улучшению санитарно-бытовых условий на пикетах. Такая программа у нас заканчивается в 2017 году, в конце 2017 года. Если говорить об объемах финансирования, то можно ли сегодня выделить сумму, сколько «Алроса» тратит на содержание зимников, включая и содержание пикета, включая обустройство дороги? Я могу называть расценки на 1 километр, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Стоимость 1 километра, который вкладывает акционерная компания на содержание пробивку автозимников, порядка 220 тысяч. Если говорить о республиканских финансированиях со стороны ГКУ Управления дорог Республики, это 60 тысяч. 114 тысяч рублей на 1 километр вкладывают федералы на автозимник «Вилюй». То есть, действительно, дорога жизни, она действительно дорогая. Она не дешевая, но все равно этих денег не хватает только на содержание, пробивку и содержание. Какие-то улучшения, какие-то другие виды работы, это уже совсем другое финансирование должно быть. Хотя сейчас мы видим, что автозимник «Вилюй», он приведен в состояние более-менее, им пользуется большое количество. Грузов проходит за сезон больше 50 тысяч. Если говорить по грузообороту, то в сезоне 2016-2017 год планируется беспрецедентное количество провоза грузов нефтяными компаниями. Из-за того, что река была недоступна к провозу их товарных ценностей на их месторождение, получается так, что порядка 450 тысяч заявлено в этом году. Представьте, разница какая в 9 раз. Как это отражается на работе Минского управления автодорог? Здесь есть ли какая-то специальная подготовка, не знаю, к таким рекордным грузам? Есть у нас практика работы в сезоне 2013-2014 года, когда были сложности такие же с рекой, с завозом топлива в Ленскую площадку. Было принято акционерной компанией решение, мероприятия были проведены по улучшению состояния автозимника, вложены собственные средства, которые также, к сожалению, там частично только были возвращены федеральными министерствами. Я думаю, что сейчас, в этом году, при такой сложившейся ситуации, мы ее как раз обрисовали, рассказали заказчику. Сейчас рассматривается вопрос о дополнительном финансировании по 2016 году и доп. Финансирования на 2017. Потому что реально, если что-то не сделать, не провести требуемых мероприятий, не провести дополнительных работ, можно получить коллапс на данном переделе. В этом плане по закрытию зимника в прошлом году и на уровне правительства говорили, и также в ваших интервью вы отмечали, что очень много пользователей, водителей, которые едут уже после закрытия зимника. Здесь есть ли методы борьбы? Ведь я понимаю, это очень чревато последствиями непосредственно для дорожного полотна. Конечно, при движении после оттайки земляного полотна происходит большое разрушение самой проезжей части из-за того, что груза идут тяжелые и нарезается колея очень большой глубины. Из-за этой колейности потом при выпадании в весенне-осенний период осадков происходят размывы глубиной от 1,5 до 2 метров. И все это приходится нам отрабатывать и возвращать в тот вид, который мы получаем уже когда зимник открываем и начинаем его эксплуатировать. Но не продумывали какую-то, не знаю, систему штрафов, наказаний или невозможно сегодня? Автозимник Тасюрях Верхнемарково, он является федеральным, и он проходит через все нефтегазовые месторождения Республики Якутия и Иркутской области. Получается, как кровяная система, то же самое, вся эта территория исполосана различными санкционированными и несанкционированными дорогами. Доступ к этому автозимнику просто проконтролировать и все перекрыть невозможно. Ну,
А что касается цифр, то здесь наверняка все это очень сложно финансы вылить в какие-то положительные. Везде сейчас один показатель – это чистая прибыль. Если убрать тот, говоря о том убытке, который несет компания от содержания дорог, и перевести его в другую плоскость, то есть не в убытки, а в издержки, а нам в доходную часть, то наше предприятие работает достаточно так с нормальной рентабельностью. Если говорить о рентабельности по отрасли, то она достаточно такая. Мы имеем плюсовые показатели, мы не убыточные. За сколько лет можно рассматривать, такая динамика идет сейчас? Ну, вообще, как бы, в хорошем плане это можно смотреть где-то года три, когда мы приняли стратегию развития своего предприятия до 2013 года. Согласно этой стратегии, мы должны снижать убытки предприятия, то есть накладные расходы. Они у нас самые такие, получается, весомую часть занимают в затратах. Ну и, конечно, оптимизация производственных процессов, чем мы как раз сейчас и занимаемся. То есть мы оптимизируем свои дорожные участки, мы оптимизируем сам производственный процесс, мы снижаем постоянные издержки. То есть это все проходит согласно нашей стратегии. Проводим какие-то мероприятия, ну, свои мероприятия, запланированные по именно, например, изменению системы безопасности. У нас введена, мы с Алроса охраны переходим на информационную систему безопасности, автоматическую. Мы меняем систему работы на дорогах саму по себе, замена более мощными, более производительной техникой. То есть, ну, работа эта ведется. Еще один проект Мирнинского управления автодорог – это технологический проезд до месторождения Верхнемунское. Как с этим справляется управление, поскольку проект беспрецедентный? По-моему, через тайгу проложить 170 километров автодороги. 152 километра дороги. Мы являемся генеральным подрядчиком по строительству данной дороги. Данная дорога распределена на 8 участков. Два участка, которые строим мы собственными силами, 6 участков строят специализированные подрядные организации. Строительство запланировано в несколько этапов. Первый этап – это устройство пилотного проезда в зимний период 2015-2016 года с доведением высоты насыпи до метра для того, чтобы возможность было движения. Второй этап – доведение земляного полотна до проектных отметок. Третий этап – это устройство дорожной одежды для уже дальнейшей эксплуатации тяжеловесных автопоездов и вывоза руды с Верхней Амуны в город Удачный. Мы сейчас находимся на втором этапе. Дорога круглогодичная, да? Дорога будет круглогодичная, и минимальный расчет ее эксплуатации – это 30 лет. Здесь по каким технологиям возводите? Здесь используется технология возведения земляного полотна на вечно мерзлых грунтах и в первой дорожно-климатической зоне. Также мы применили вместе с институтом, запроектировали и применили геосинтетический материал для того, чтобы у нас насыпной грунт не консолидировался с естественным грунтом тайги. Мы прокладываем дорогу в лесотундре, поэтому это было очень важно для того, чтобы у нас просто дорога не провалилась. Угу. А здесь насколько, не знаю, уникальна эта работа? Проводится ли что-то в республике подобное, допустим? Стройка сама по себе обычная, но получается так, что сроки очень сжаты. Из-за сжатых сроков и возможности работать как раз вот была предусмотрена технология пилотного проезда, чтобы можно было минимизировать издержки компаний, издержки подрядчиков, не завозить очень большое количество своих каких-то материальных запасов, не создавать запасов ГСМ. То есть такой был объем, что необходимо было создавать не просто имкостной парк с ГСМ, а создавать целый АЗС для продолжения работы. Либо строить только в зимний период, потому что в летний период строительство при проектировании и расположении нашего участка просто невозможно физически. Вот здесь изначально прорабатывалось ли качество? Потому что знают такой вопрос, особенно с автобазой, с управлением транспорта Алроса, он
такой весьма острый, качество автомобильных дорог, в том числе технологических проездов. Технологические все вопросы для эксплуатации в дальнейшем дороги мы прорабатываем очень плотно с Удачинским ГОКом. Как раз мы привели к тем требованиям, которые необходимы были. Это радиусы кривых, это спуски-подъемы в определенной своей промильности, то есть должна быть определенная крутизна подъемов. Это все было учтено для того, чтобы как раз было бесперебойное движение вот этих вот большегрузного транспорта, Scania, Volvo, ну, что-либо определиться в компании. То есть вот этот транспорт, он должен был как раз двигаться бесперебойно, нормально, с оптимальной своей скоростью, которая была запланирована для работы. Александр Андреевич, вы с 2004 года в компании, более 10 лет уже получается, при этом на одном предприятии. Здесь часто ли выезжаете на участки? Начинали это ведь с мастера? Конечно. Выезжаете ли на участки лично работу проверять? Конечно, это неотъемлемая часть руководителя, чтобы получать информацию из первоисточников. То есть где-то принимать управленческие решения. Для этого нужно быть на месте, чтобы чувствовать, в каком мы направлении идем, правильном или неправильном. Поэтому особенно вот сейчас основной удар – это направление в сторону МУНы. Регулярность посещения данного объекта из-за важности этого объекта у нас возрос. У нас были регулярные составлены графики с управленцами, и мы ездили, проверяли, смотрели, принимали управленческие решения, решали все задачи, сложные задачи, которые перед нами стоят. Также регулярно я проезжаю по дороге, смотрю состояние дороги, качество работы людей. То есть неотъемлемая часть руководителя – это не только заниматься работой и стратегией, но еще и видеть, что получается в натуре. Здесь, наверное, на планерках с вами сложно. Не на планерках, да, очень тяжело. Да, очень тяжело. Мы все говорим о зимних работах. Если рассматривать лето, то насколько здесь широк фронт работы у Минского управления автодорог? Мы также занимаемся в летний период содержанием и эксплуатацией круглогодичных дорог. Дороги у нас федерального, республиканского и ведомственного значения. Общий объем работ порядка 940 километров. В летний период мы производим работы по профилированию, поддержанию проезжей части в нормативном соотношении, которое оно требуется. Но, к сожалению, только акционерная компания выделяет на дорогу «Анабар» порядка 500 миллионов для доведения нормативного содержания. Республиканские власти не могут себе пока такого позволить из-за того, что у них отсутствуют доп. Средства в дорожном бюджете. Вот, у федералов пока тоже до норматива не доведены все эти данные, все эти требования, поэтому очень как бы здесь сложно. Отсутствуют ремонты дорожной одежды, поэтому есть такие участки у нас на дороге сложные, где возникают пылеобразования и возникают вопросы безопасности движения. Также есть проблемные участки дорожной одежды сейчас из-за износа. Они не выдерживают колесные нагрузки в период обильных выпаданий осадков. Восстановление их требует дополнительных усилий и дополнительных затрат. То есть здесь, конечно, есть сложные ситуации, с которыми мы сталкиваемся ежегодно и работаем над тем, чтобы дорога все-таки была более-менее проезжая и эксплуатировалась. Можно ли сегодня Минское управление автодорог как-то сравнить с компаниями, которые работают в центре России? Да, я имею в виду по объемам, по обороту финансовому. У нас по содержанию дорог, наверное, в России таких компаний нет. Мы вот делали анализ с Росдортехнологией, с чиновниками из Росавтодора, которые регулярно приезжают проверять наши объекты. Мы смотрели и сравнивали с другими компаниями в других регионах России. Но если говорить об объемах, это порядка 4000 километров дорог. Из них 3000 – это сезонного действия, и 1000 километров дорог наше предприятие содержит. Поэтому за этими вещами стоят не просто цифры, а стоят люди, которые ежедневно, где-то местами и круглосуточно выполняют свою работу для того, чтобы пользователи могли
беспрекословно и беспрепятственно попасть на какие-то свои объекты, города. Если это республиканского значения дороги, то это между городами, поселками, федеральная между двумя регионами, ведомственная для того, чтобы завести на те месторождения, где мы ведем добычу алмазоносных руд. Вот как раз на этих участках тоже самое главное – это вот зимний сезон, зимний завоз по автозимникам. Круглогодичные дороги. Мы являемся что у республиканцев, что у федералов. Одним из, на федеральной дороге Вилюй, одним из крупных подрядчиков в этом направлении. Но вот в Дальнем Востоке это точно наша компания считается одной из крупных. По России, может быть, по масштабу строительства, по масштабу каких-то других видов работ, каких-то трудоемких и капиталоемких, финансово-емких, конечно, есть по финансовым, может быть, более крупные компании, у которых есть крупные контракты. Но вот у нас по Дальнему Востоку мы вот одни из передовиков в этом направлении. Ну что ж, спасибо вам. Вы еще 12 лет в отрасли, никогда не возникало желания сменить профессию или хотя бы направление, род деятельности? На данный момент мне очень нравится то дело, чем я занимаюсь. И тот выбор профессии, он был не просто так, что куда пойти, лишь бы пойти. Я долго думал в течение там, 2-3 лет, когда учился в школе, смотрел, наблюдал, что мне нравится просто созидание. Если бы не дорожник, то строитель точно. Строитель зданий, сооружения, промышленное, гражданское строительство. То есть созидать всегда хорошо, это интересно. Но вот могу вам сказать, что в течение своих всех 12 лет я ни разу на работу не шел с каким-то нежеланием. То есть у меня не было моментов, чтобы мне не хотелось идти на работу. Я получаю от этого удовольствие. И как только начал работать, именно вот удовольствие от того, что мы делаем. А когда получается, это просто начинается, ну, так можно сравнить с эйфорией, когда что-то получается так, как запланировали, и получается не просто, а с хорошим эффектом. Ну что ж, спасибо.